4 недели молодые актеры, почти все до 30 лет, будут посещать лекции и мастер-классы ведущих педагогов страны. Уже второй год с самого начала существования школы скептики удивляются. Разве можно меньше, чем за месяц, научить актера хоть чему-нибудь? Уже второй год в школе терпеливо объясняют. Здесь такие педагоги, что не месяц, каждая секунда, проведенная с ними, дорогого стоит. Учиться надо всю жизнь, но какие-то увидеть новые вещи... или так называемые новые подсказки мастеров, которые помогают раскрыться каждому. За месяц можно, если кропотливо учиться. Чтобы стать учеником школы, нужно знать русский. Но молодые актеры признаются, они в любом случае смогли бы найти общий язык. Иностранцы едут в Россию охотно. Уверены, здесь есть чему поучиться. Впрочем, все актеры школы – люди с горящими глазами. Кажется, для успешной учебы это самое главное. Когда общаешься с живыми легендами, это не может не пройти даром. Вот. Хотя бы сам факт того, что мы увидим таких людей, и что они нам поведают некие тайны. Я думаю, что это обязательно случится. Вот. И сам этот факт уже сам по себе событие. Некое чудо. Эта школа все-таки летняя, так что помимо учебы у актеров будет и активный совместный отдых. Но все же образовательная часть должна стать главной. Тем более, что в конце обучения даже не экзамен, спектакли. 6 разных пьес пройдут на столичных и подмосковных подмостках. На репетиции будет всего 3 недели, а оценить мастерство выпускников смогут зрители. Строже экзаменатора, как известно, быть не может. Николай Старобахин, Константин Степанов-Молодов и Александр Кобызев. ТВ-центр, Московская область, Звенигород.